Здравствуйте, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами дядя Сережа. Продолжаем Beyond Two Souls, за гранью две души. Глава у нас называется Наваха. И, видите, Джоди у нас забрела в пустыню. Черт, на кулючках. Какого хрена она здесь забыла? Хорошо, будем искать пути выхода. Может, попутку какую-нибудь поймаем. Объясни, Джоди, что мы здесь забыли вообще с тобой? Так, сзади машина. Голосуем. Вот урод, а. Угу, спасибо. Так, Айден. Поле обзора мне нужно. Так, справа у нас какое-то поселение. И, в общем-то, больше ничего нету. Хорошо. Еще одна. Голосуем. Что-то одни грузовые едут. Ну да, кто такой глуши будет еще на легковушке догонять, если только загорать, отдыхать. А Джоди у нас пешком же пришла. Так, все, устал, бедолага. Все будет хорошо. Мы черт знает где. В горле пересохло. Полная жопа. То слово. Отвяжись, Айден. Что? Джоди, там справа. Да, кстати. Показал. У нас вечереет. Уже темнеет потихонечку. Все так. Нормально. Ничего страшного, Айден. Да, конечно. Что у нас здесь? Конюшня? Фермеры живут, да? Так. Что у нас тут? Тук-тук-тук. Нос. Кто-нибудь откроет? Здорово, братюня. Извините за вторжение. Ух, какой малый, а. Просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. На ночь оставь, хорошо, пожалуйста. Ночи такие холодные. Мне некуда податься и... Обещаю. Ты на что намекаешь, да, ночи такие холодные? Говорю же, к нам нельзя. Да ладно, чувак, ты чё? Девушка просит. Ты какой невоспитанный, а? Чмошник. Сейчас. Кто такой? Батян его, да? Сейчас его отчитает. Чего там пиздите, а? Вот так-то лучше. Спасибо. Так. Как зовут? Джоди. Я Пол. Очень приятно. Пол. Это мои дети Кори и Джей. Кори, Джей. Моя мать. Здорово. Шимасани. Шимасани. Ух ты, ёпты. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. Ясно. Мы будем ужинать. Присоединишься? Да, конечно, я уже жрать хочу. Да. Да, спасибо. Садись. Чё так грубо-то, а? Положил. Так, что у нас сегодня жрете? Что это такое? Хлеб? Картошка? Что-то там блинчики я вижу с мясом, да? Кукуруза? Ух ты. Так, куда... А, вот те хочу блинчики. Вот эти, ага. Ага. Давай, хомяч. Чё ты смотришь, малый? Жри давай. Так. Чё за пойло?
Вода обычная, да? Смотри, стемнело как, а? Отличное у вас настроение у всех, ребята. Какие-то здесь потухшие все. Будете молчать? К нам что-нибудь мало скажите? Кто заходит. Наконец-то. Куда хоть направляешься? Давайте правду скажем, чего скрывать. Да, приютили все-таки. Иду, куда глаза глядят. Отлично. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. Так, Наваха. А вы ведь Наваха, да? Мы Динай. Кого? Это значит народ. Mm-hmm. Так мы себя зовем. Ферма. У вас тут довольно безлюдно. Тут mm-hmm. жили наши предки. Я здесь родился и умру здесь. Я говорил, сыновья, поищите счастье в другом месте. Но они остались с одной и с бабушкой. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. Что за шум? Опа. Что такое? Что случилось? Братюньки, походу, что-то знают, видите? Эти окна заколачивают. Поздно уже. Какого хрена у вас здесь происходит, а? Проводит. Куда? До завтра. Эй-эй-эй, погодь. Так, давай-ка встанем. Для начала. Куда вы там хотите меня проводить? Ты идешь? В спальню? Иду, иду. Я иду. Ни хрена себе у вас комнатушки тут. Не выходи. Что бы ни случилось. А чё, чё, чё? О чём ты? Тебе дорога жизнь. Запри дверь и не выходи до утра. У меня Айден есть, ты понял, нет? Хочешь познакомиться? Ладно. Заинтриговал-то, а? Не выходи, дорога жизнь. Так. Ух ты. Даже вода есть. Что еще? Что внизу? Зала. Что-то там. Я думаю, какашка какая-то. Зала. Что их так напугало? Меня тоже интересует этот вопрос, Джоди. Не меньше твоего. Чего нам предлагают? Поспать? А какой нахер спать? Вы что, гоните, что ли? Нам сейчас такое сказали тут. Уснешь, ага. И чё? Очень странная ферма. Угу. Не бойся. И в итоге ты сюда зашла. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать. Ага. Так, Айден. Спать будешь? Не выходи. Что бы ни случилось. Бараны какие-то. Песчаная буря. Бабуля.
связь какая. Так, Джуди. Айда-ка подъем. Вставай. Хватит загадок нахер. Закрыто, блядь, закрыли, суки, а. Так, Айден, давай-ка ломай. Что происходит? Айден, надо открыть эту дверь. Сейчас. Погоди, Джуди, погоди. Погоди. Вот, моя хорошая. Ох, на ключ, сука, оставил, а. Вот гондон. Ключ надо забирать. Подъем, суки. Че ты, блядь, молишься, что ли, а? Джоди, какая у тебя попочка аппетитная. Так, ты че, друг, то же самое делаешь, да? Где бабуля? Бабуля где? Пол, откройте! Что у вас творится? Возвращайся к себе, сейчас же! Ты че, гонишь, что ли? Да ни за что, ёпты. Вот теперь уж точно не пойду. Братюнька, ты чё, испугалась, что ли? Айда, выходи. Надо же. Что-то я потерялся. Где здесь этот выход? А вон какая-то дверь есть. Так, ну ладно. А вот дверь какая-то. А, это входная. Ух, ёб твою мать, а! Ты кто, блядь? Что ты здесь делаешь? Сказал же, сиди в комнате. Что это было? Черт какой-то, индеец. Дух какой-то, да? Да ладно, чуваки. Я вас спасу, у меня Айден есть. Как мило. Так, оденемся. Что это? Что за испарение? Блять, кто такой, сука? Черт, а? Что за мистика пошла? Ух ты! Охренеть! Давай умойся. Пойдем. Нахер отсюда, нахер, херам. Так, это чья спальня? Кто? Младшего брата, да? Старшего. Он младший. Бейсболист, что ли, бывший, да? Или увлекался? Да мне не даете войти, да? Ну ладно. Ты выспалась? Ага. Я велел тебя не будить. С вами выспишься. Спасибо, мне это было нужно. Будешь кофе? Ага. Где? Ага, вижу.
Ладно, я пойду. Хули здесь делать-то? Спасибо. Ну, я пойду. Спасибо. Все-таки на ночь. У нас на ферме много работы. И что? Хочешь меня припахать? Можешь остаться на пару дней. Помочь. А смысл какой? Платить нечем, но у тебя будет еда и ночлег. Что скажешь? Хм, очень заманчиво. Но от меня что-то зависит. В Heavy Rain я бы еще предположил смену выбора. Но здесь такого нет. Хорошо, будем пахать тогда, да? Ух ты, какое деревенское обличье. Чё ты делаешь? Поработаем? Кровь пьёшь, что ли? Что надо сделать? Принеси овцам воды. Вот им, что ли? Ну да. Всех этих рогатых перебили за ночь. Воды принести? Бабуля? Бабуля? Здорово. Ты чё-нибудь скажешь? Джоди, и я немного поживу у вас пока. Да ей похер. Надеюсь, вообще. Вы не против. Что это? Как красиво. Ручная работа, да? Вы сами связали? Ладно, пойдем, Джоди. Ничего она тебе не скажет. Где там вода-то у них? Какого хера тебя сюда приперло, а? Так, это что за место? Ну что такое? Сюда можно войти? Помыться можно? Что такое? Ага, нас дальше не пускают. Так, ведро воды для овец. Вроде не сложно. Угу. Лестница. Нельзя забраться? Чего я сюда зашел? Икс. Раритет. Ему, наверное, 40 или 50. Офигеть. Можно? Что ты хочешь, почините, Джоди? Ты что? Механиком раньше работал? Можно на нем пиздеть. Кстати говоря, иди. Хуя, блядь. Ага, заведется она тебе. Нифига себе смыслит, смотри. И без Айдана даже. Че собралась? Прям здесь чинить его, что ли? Ни хрена себе. И инструменты тоже есть. Чего? Че нажать? Че нажать, блядь? Ага. Ясно. Тебе сказали воды принести, Джоди. Еще полировать собралась, смотри, еще. Охренеть. Теперь давай. Хуяк. О, ни хрена себе. А ну садись. А ну садись. Садись, покатаю. Чего? Здорово. И чё? Чё это было? Старые фотографии.
О, подожди, подожди. Да-да-да, вот эту гондону мы видели. Черт, сзади, 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 Джоди. Кто ты такой, а? Ладно, где у вас вода? Вот что за сарай? Так, ладно. Так, вон там еще есть. Что, ты останешься? Похоже на то. Клево. В смысле, еще одна пара рук. Блин, ребята, где у вас вода? Может, здесь? Похоже, нет. Может, там? А вот же колонка, ёптовую мать. Чё я туплю-то? Ладно, вернемся. А чё у нас тут еще? Так, ладно, нас туда не пустят. Хорошо. Вот так вот Джоди работают у нас. Так, пошли. Я вижу, вижу. Так, кому воды? Ага, сюда, да? Наливаем. Спасибо, Джоди. А? Притащи сено из сарая. Блять, сейчас заебут ведь, а? Ну, сарай я уже знаю где. Уже там были. Мотоцикл мы уже им починили. Без них ведомо. Я помыться хотел бы вот в этом дельфинарии, блядь. Может помыться, а? Кстати. Нельзя. Какое тебе сено тут надо, братишка? Я вижу сено. Но нас лестницы не взаимодействуют. А, нет, взаимодействуют, смотри-ка. Ох ты, ёпта. Помоги, Айда. Чё надо? Сдвинуть? Опа, так, отлично. Айда. Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Хорошо. Я тебя один и скинул. Куда скидывать-то? Охуеть, сидят уже жрут, а? Нормально вообще, нет? Эй, надо. Джоди! Обед? Иду, сейчас только здесь закончу. Куда нести-то? Тебе
Положи где-нибудь. Где-нибудь это где? На нахуй. Пора обедать. Иди к Давай тебе. Жрать. Начинайте без меня. А вы? Попозже. Я еще не закончил. Ладно, увидимся. Джоди. Красавольчик вообще. Красавольщина. Сидят, хавают уже, а? Что это? Ага. Бабуля, правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. У вас тут много работы. Ага. На брате лошади, на мне чура. А чура? Она все считает, все остальное. Что за чура? Призрак. Ночью я открыла дверь и что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Я не знаю, о чем ты. Да ладно. Тебе приснилось. Да ты гонишь. Ты овцы, понял? Что с ними случилось? Та буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Угу. А ты кровь? Такая любопытная. Только когда мне нужно. Я не понимаю, да? Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Тебе ведь не понравится. Полегче, дружок. У тебя что, стальные яйца, что ли? Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Ага. Молчать буду, ходить в трубочку. Сейчас. Извини, мне надо работать. Иди работай лучше. Ты уже пожрал нахуй. Съебал отсюда. Это братан твой, да? Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Наверное. Угу. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. Что ты мне предлагаешь сейчас делать? Да. Молодец, Джоди. Какое задание вы мне еще дадите? Не, я хочу помыться. Что-то мне манит вот эта вот душевая. Почему нельзя помыться? Как зайти? Я хочу посмотреть на голую Джоди. Ладно. Что у вас еще здесь есть? Пойду как Джей. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. Можно попробовать? Угу. Имела дело с лошадьми? Нет. Ну, у меня есть Айден. Ну, вперед. Его зовут Ашки. Сейчас поимеем. Ашки. Ёпта, Ашки. Ашечки. Привет, Ашки. Ашки как Ашки. Я просто подойду, ладно? Смотри, братюня какой. Долматинец. Полегче. Глаза смотри. Сейчас оседлаем мы Ашки. Не боись, все нормально. Давай я тебя поглажу. Ножки. Не так уж и страшно, а? Признайся. Угу.
Я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден. Хочешь покататься верхом? Айден? Твою ж мать. За лошадь мы еще не играли с вами. Отведи его в загон. Вот сюда? Офигеть. Все, отвел. Смотри-ка. Как а? Ты? Видал, да? А я в тебя ошибся. Да чмошник ты. Ты мне не нравишься. Если хочешь помыться, душ. А, кстати, да. Я давно хотел. Да, хорошо. Девочки и мальчики. Сейчас помоемся. Так. Довольно уютно. Ботинки. Так, глазки все закрыли. Кому нет 18? Блять, какого хрена, а? Черт какой, а? Че он там написал? Раун. Так давайте выходить отсюда, я что-то передумал. Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Байки рассказывают. Опять? Да ладно. Второй раз. У вас каждый день, что ли, это херня? Ну, пора спать. Что происходит? Объясните, почему надо забирать дом? Иди в комнату, Джоди. Объяснили. Может, я и нет, зато Айден у меня есть. Мне уж точно поможет. Можно посмотреть? Ладно, давайте подчинимся. А что мы с вами здесь еще не проделали? Здесь есть еще одна дверь, вот эта. Да. Делать там нечего. Ну ладно, идем спать. Все уже закрылись. Что, Джоди? Что такое? Камера развернула меня. Что надо? Что не так? Что-то забыла? Джоди, какого хрена, а? Молодец, вышла. Давай погуляем. О, какая луна. Куда пойдем? Ни хрена себе, задний вид какой, а шикарно просто.
просто адище какое. Куда идти-то? Что такое? Это так спряталось? Воу-воу-воу, охренеть. Что за демон, мать твою, а? Вот этих мы видели. Подожди, так они обороняются, смотрите. Они обороняются, смотрите. Точно. Их защитники. Воу-воу-воу-воу, куда? Черт, заметил. Джоди, ну нахрена ты вылезла, а? Мы сидели бы, лежали бы, чай пили. Бля. Вот демон-то, а? Жесть какая, а? Куда я спрятался? Черт. Офигеть. Так, бегом, другое место. Здесь мы спалились. Офигеть. Вниз. Чё, Джоди, не спится тебе, да? Жесть какая. Воу-воу-воу, ребята. Охренеть, Айден. Сфера, мать твою. Руки прочь, демоническая труди, блядь. Так, братюньки, вы кто такие? Вы за меня? Сейчас. А, вот она кого видела-то. Они все одинаковые, какие-то индейцы. Джоди, я же велел не выходить. Ты сейчас чуть не погибла. Что происходит? Что это такое? Я что тебе говорил? Сидела в комнате. Скажите мне правду. Вы должны сказать мне правду. В трусах. Это яйцо. Кто? Яйцо? Хочет крови. Он жаждет только крови. Тут ничего не поделать. Нельзя драться с духом. Охренеть у вас тут. Он приходит за чем-то. Даже так? Так, ребята, давайте с вами закончим на этом серию. Она была очень продуктивная такая. И что мы будем взаимодействовать с лошадью в следующей? С вами был дядя Сережа. До новых встреч. Пока-пока.